Так, чувствую я, нужно мне сруливать на параллельную улицу, которая вдоль речки. Там какой-то слышно движ более активный. О, там мне что отбывается. Зараз мы туда пойдем. Ладно, туда уже до конца тогда не пойду. Мы зараз сюда. Ну-ка. Тут некое мероприемство. Ясно, надо туда идти. Какие еще варианты? Тут у них что не отдых, то активный, что не праздник, то спортивный. Все, я оттуда уже ушел, не дождался никакого экшена. Немного я его снял, там вроде какие-то награждения медалями уже начали, поэтому я не стал это смотреть и освещать. Это уже too much. Немного сейчас пройдемся вот вдоль речки, наверное, по той стороне, до самого ходового перекрестка, и потом повернем налево. Вон вверху этот замок виднеется. И я в прошлом году на нем поднимался и все там поснимал, в том числе и внутри многое. Там типа как музей такой, вот. Поэтому с замком все заразумело.
Атмосфера очень такая гулябельная. Слышно много иностранной речи. В основном, конечно, English, но еще и Deutsch немного. Вот. И другие. В общем, видно, что город живет, центр, по крайней мере, живет туризмом. И я бы сказал, что движ, наверное, даже поинтереснее, чем в Загребе. В Загребе все-таки в центре, в ходовом, в самом ходовом центре нету никакой набережной. Там реально это Сава, река, она далеко от центра, и там вдоль ней не пройтись. Нету атмосферы вот этой вот воды. В смысле водной атмосферы, такой прибрежной какой-то с набережной. Даже у нас в Минске с нашей нашими небольшими участками вдоль Свислочи, и то оно создает такую атмосферу немного, променада, прогуляться вдоль водички. А в Загребе нету, к сожалению. И сама Сава через него протекает, но она значительно южнее, чем центр, и туда народ просто не доходит, не гуляет, там нету прогулочной никакой набережной улицы, ничего такого, никакого движения нету. К сожалению. На великий жаль. Зараз мы туда к этому и пойдем. Ну что, головный мост этого города. Why can't you see?
Ну, он тут такой тройной. Тройной мост. А у меня тоже так сказать.